Всем привет, на связи Первый танковый полк. Нам официально сказали, то, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Официальные командиры полка подтвердили эту информацию. 29-го у нас отправка предстоит в Херсон. Поэтому думайте сами, решайте сами, что делать с этим в дальнейшем. Никакой переподготовки от слова того, что ни стрельб, ни стрельб, ни теоретической подготовки. Ни теории, ничего. Нихуя.